Велик вообще, я скажу, велик – это круто. Это очень здорово. У нас есть два велосипеда. Вот мы с женой живем, ну, мы живем за городом в Подмосковье. И, честно сказать, просто чтобы добраться до Москвы, это, конечно, там какое-то время требует. А так, когда ты заехал в Москву, допустим, у тебя там в багажнике лежат два велосипеда, ну, то это вообще это замечательно. Мы, в общем, так иногда практикуем такую штуку. В Москве, в принципе, можно за достаточно короткое время доехать в любую точку на велосипеде. Как бы это абсолютно нормальная, реальная история. Ну, поэтому, опять же, здорово эти платные парковки, ты там даже бесплатные возле метро, да, там ты можешь поставить машину, пересесть на велосипед и прекрасненько добраться туда, куда тебе хочется. Ну, поэтому абсолютно поддерживаю. Есть же тоже, опять же, мировая практика, когда люди ездят в городах на велосипедах. Ну, мне кажется, почему бы и нет. Если